Ледоход в Поморье ожидают уже в эти выходные. Метеорологи уверяют, повторение прошлогоднего сценария с подтоплениями не ожидается. Тем не менее, населенные пункты, которые находятся в зоне риска к непредвиденным ситуациям, готовы. Накануне в 2 часа дня ледоход начался на основном притоке Северной Двины, реке Сухона в Великом Устюге. Уровни воды, по словам спасателей, ниже критических отметок. Дябрина, я напомню, что в прошлом году по весне приняла удар стихии, там довольно серьезно подтопило поселок. В этом году ничего подобного не ожидается. Равно как не ожидается каких-то сложного прохождения ледохода в Котласе. Великий Устюг в этом году не топит. В боевой готовности более 900 человек, 154 единицы спецтехники, 36 плавсредств и 4 беспилотника. В потенциально опасных местах создан запас продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Региональный МЧС просит жителей области ни в коем случае не выходить на речной лед, особенно на юге региона. Накануне спасатели взрывными работами ослабили часть ледяного массива в Котласском районе. Здесь русло Северной Двины делает поворот, что может привести к затору. Взрывные работы провели в Красноборском и Холмогорском районах.